сделать этот вечер еще лучше, конечно же, футбол. Как всегда. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Сегодня гости начинают в следующем составе. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику сделать этот вечер еще лучше, конечно же, футбол. Как всегда. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Сегодня гости начинают в следующем составе. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Сделать этот вечер еще лучше, конечно же, футбол. Как всегда. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Сегодня гости начинают в следующем составе. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Сделать этот вечер еще лучше, конечно же, футбол. Как всегда. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Сегодня гости начинают в следующем составе. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Сделать этот вечер еще лучше, конечно же, футбол. Как всегда. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Сегодня гости начинают в следующем составе. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Очень хороший перехват он сделал сейчас. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2.
Сегодня гости начинают в следующем составе. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Этот вечер еще лучше, конечно же, футбол. Как всегда. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Очень хороший перехват он сделал сейчас. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Сегодня гости начинают в следующем составе. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Этот вечер еще лучше, конечно же, футбол. Как всегда. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Сегодня гости начинают в следующем составе. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Сегодня гости начинают в следующем составе. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Этот вечер еще лучше, конечно же, футбол. Как всегда. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Сегодня гости начинают в следующем составе. Не боятся играть в три защитника. Подобная расстановка дает противнику простор для фланговых атак.